Так, значит, что нам делать? Продолжить. Так, назад. Значит, что он там дошел, как говорится, всегда говорю. Он дошел до... Новый Париж, часть 2. Получается, встретил там каких-то новых монстров, которые встретились мне. Ну и дальше. Так. Нет, 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 не приводите вальца, не надо. На этой части остановился, что нужно. Я смотрел, что надо ли включать фонарь или нет. Так что, такие дела. Привет, привет, привет. Значит, что я дошел до этой части. То есть двигаюсь дальше. Хотел сказать до этой части. Прохождение. До этой части прохождения, скорее всего. Thank you.
Так, ну что, пошли, я не знаю, хотя надо посмотреть, как бы, пойдем. Сервер у меня падает почему-то так, очухался. Угу. Нужно посмотреть, нужно ли ему... Мне надо увидеть, где фонарь включается. Ну, в общем, пошли, пойдем. В общем, идем. Сюда я иду. Так, ну хотя, точка сюда. Ладно, пойдем. Значит, в предыдущей части... Ага, опять закрыто. Ну, здесь это нормально, я так понимаю. Здесь жестко так не может, чтобы себя не удивить. Ну, пойдем. Так, может не сюда вообще? Я знаю, что здесь это... Так, я еще толком не врубился. А где у него фонарь? А ну-ка, как он его должен вообще достать, этот фонарик? Так, расходники. Фонарик точно я видел. Так, вещи, дневничок. Так, и тут здесь можно что-то изучить. Лекарства подлечить. Ремесло. То есть он тут колдует всякие себе эликсиры счастья, которые помогают ему дальше жить. Путь пилигрима я иду. Сюжетное задание. Найдите связного Спайка. Можно добавить просто прохождение, чтобы было более ясно и понятно, что вообще происходит по сюжету. Вот, вторая часть. Так, карта. Есть карта. Я это еще толком не изучал, но есть дневник. Значит, также здесь есть прокачки моего персонажа. Ну, это на всех играх, конечно. Здесь можно что-то купить. Я еще не осваивал это. Надо освоить. И следующая часть. Что? Приспособления всякие. Ну, это понятно. По сути, он выживает, я так понял. Он идет, имея при себе... Не бежит, как из какой-то игры, а он идет именно... Не знаю, может, внешность потом можно будет поменять. Этого... Вот я ему здесь сделал приземление, ну, так как элементы паркура. Я уверен, что это ему пока нужно. Может, дальше что-то будет по-другому. Здесь все это может быть, поэтому все меняется. Так. Надо сейчас по... Функционалу я хочу увидеть, чем он. Фонарь у него есть вообще реально или как? Прыжки всякие, мики. Движение. Ну это не движение же, да? Это что? Действие. Так, оглянуться может. Оглянуться даже может. Но это мне пока не надо. Из того, что я видел, только драться приходится. Таранить может. Бегущий. Это надо на мышку привязать. Вот у меня мышь вот эта рыцарская. Ну, как бы нужно завязать. А, бинокль даже есть. Параплан. Ну, бинокль, наверное, Б. Блокировать. Атака, оглянуться. Использовать. Фонарь. Понятно. Ну, значит, фонарь реально есть. Так, раз фонарь реально у меня есть. О. Да будет свет, сказал монтёр. Да будет свет, сказал монтёр и перерезал провода. Так. Пошли. Беглый парень. Хоть что-то понятно. Я, конечно, если так по-свойски, я, наверное, сюда залез, но... О! Чувствую силушку. Богатырскую. Не знаю, может, не сюда. Фиг поймешь, может какой-то облезный обход тут есть, я не знаю. Не понял. Ну ладно, сейчас я. А, вот она где. Надо ж придумать такое.
Хотя, а что ему остается? Ему, по сути дела, ничего не остается, как залазить и ползти, потому как, ну а что? В начале у меня игры, может дальше он там. Фонарь, может, надо выключить. Потому что там дальше это понятно. Мне кажется, там будет у него что-то. Какой-нибудь кислотный. Даже, может, имеет событие, будет, как называется. Скорее всего, может, ночное видение, не знаю, может сделать. Я как-то... Ух ты, ёпарс, это кто такой? Куда ты спрятал ключ, парень? А это еще кто? Не знаю, о чем ты говоришь. Кто ты? Воин? Ты хочешь, чтобы мы его отпустили? Он еще в маске. А, друга схватили. Охренеть. Ну что, драться будем? Идеальный блок. Так, а ну давай я хоть посмотрю, что надо. Ну вообще нужно на ушах постоять. Ну попробую я. Интересно, у них обучалка придумала. Хрена себе. Слушай, парень, да ты вообще. Я даже вообще никак-то не увидел. Фига себе. Сейчас ты у меня заработаешь. Я думаю, после таких порезов уже полно. Долго тебе не протянуть. Нет, мне кажется, он должен уже остаться. Ну, топором по башке. Я тебя прикончу. Завязываю с баловством. Мне кажется, ты должен уже вообще остаться там. Да, на блок не надо. Как мне кажется, он после таких ударов уже не должен встать. Подрезал, наверное, немного, да? Получай, сукин сын! Подавись, ублюдок! Там он что-то неожиданный прыжок какой-то мне предлагает сделать. Идеальный блок. Я тебе покажу, что я не шучу. Надо чем-то пробивать защиту, я не знаю чем. Давай. Сейчас я тебя вставлю, мудак. Вот что. Вот что положить на какой-то ток. Еще один идет шизик. Охренеть. А что у вас двое-то пришло? Одного мало. Охренеть. Ну а что ты такой веселый? Иди сюда. Обалдеть. Я так понял. Ух ты. Получается, навык можно ему запилить какой-то, да? Так, мы получили навык. Отожмите. И, скорее всего, примените. Ну, боевое мастерство, конечно, получил. Это первое очко навыков боя. С ним можно разблокировать свой первый навык боя. Ну, прям вот даже радостно. Я хотя бы научу. Сейчас хотя бы я буду это...
драться. Хотя я и дрался с ним, но уже будет получше, как-то мне, мне так кажется. Так, сейчас я здесь ВКонтакте. Там, кстати, на Трово идет ресурс. Сейчас я закину туда ссылку. Решил на этот блин, где он? Так. Ну, как бы поднастроил. Значит, ну что, на чем я? Так, я остановился, что здесь нужно втыкнуть ему навык. Удар в прыжке. Получается, здесь я сам не могу выбрать, да? Надо. У нас нет времени. Кто это был? Нет времени. У меня в кармане. Я оставил тебе кое-что. Что это? Ключ доступа в АГМ. Серьезный парень. Миротворцы. Они нашли его. Но мне кажется, его нельзя его потерять. Приветовали. Прибили. Ты должен был сказать, что с моей сестрой. Где Мия? Иди в рыбий глаз. Спроси там девушку по имени Луан. Отдай это ей. С этим и с ее помощью ты узнаешь. Ты все узнаешь. Понял? Береги его. Если Вальцем завладеет весь город, все умрут. Вальц? Вальц здесь? Да. Они идут. Слышишь, ренегаты? Так, скорее всего, надо бежать. Пойдем вместе. Изо всех, возьми. Я так понимаю, сил. И как бы это ног или что там. Пойдем. Мачете. А, нет. А вот и наша заблудшая овечка. Решили остаться, да? Это исправим. Прикончить его! Боевой паркур сейчас будет, то есть, ну давай. Так, сейчас надо поднаучиться. Я... Понимаю, сверху он, ох, и прыжок у него, елки-палки. Монстр, он же там какой-то, хотел сказать, комментированный, он какой-то сам, этот, как его, усиленный, что ли. Не, сейчас ему, наверное, будет кирдык. Ты
Я смотрю, несколько ударов получилось. Ну давай, давай, иди сюда, дружбан, иди. Я так понял, они тоже какие-то обладают какими-то этими свойствами там бессмертных. Захлебнешься смертью. Вот, блин. Поймал меня на этом прыжке. Ты слишком медленный. Зато ты быстро сейчас быстро останешься здесь. Сейчас я пущу тебе кровь. Ну все, тебе. Готов или нет? Я... Уже обосрался. Бросай, пока не убью. Лови! Так, получил. Пора тебя ёбнуть, козлятина! Лучше сразу сдавайся, тупица! Хватит баловаться! Ты покойник! Ребят, да надо вас как-то тоже тушить, надоели вы мне, не пойму. Звал изучать всякие прыжки и самбо. Так, давай, 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 я тебе сейчас к этому можно подвести его. Самый резвый остался, я так понял. Самый такой. Блин, еще идут? Я не понял, вас тут сколько? Не надо мне никуда не уходить. Нет, не надо. Нужно этих тоже. А, нужно этих тоже сейчас. Yeah.
Как тебе такое? Давай, 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 давай. Так, ну, на этом, я думаю, неплохо вы. Я думаю, как-то надо полечить, наверное, да? Есть ли там что-нибудь такое? Так, а вещи, дубинка, деньги даже есть, они, наверное, ему тут будут нужны. Коллекция, навыки. Так, 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 так. А как же его надо будет подлетывать, подлечить-то, интересно. И этот прокачивать это оружие, так как он должен лечиться, да? А лечиться он как-то должен вообще, это он поэтому на и весь. Так, смотрим ремесло, вещи. Так, 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 я там не знаю, что делал ему расходники, или он их уже все. Так, вот, угу. Сделали, то есть выбирается, убирается, убирается, но это все тоже не то. Так, ладно. Он весь по это, а как его? А это, блин, друг еще. Валим отсюда! Рахир, слышишь меня? Ключ у тебя. Это Вальц. Нужно бежать. Но он мне и нужен. Идиот, он убьет тебя, если найдет. Дело. Еще пришел какой-то друг, да? Идем к вентиляции. Жесткий такой. Быстрее. Пойдем сюда. Пошли, пошли, пошли. А кто ты? Блин. Что ты делаешь? А, он его спрятался. Не должен получить спрятал ключ. Его. Что? Выпусти! Рыбий глаз. Луан. Иди. Вот он, предатель! Привет, Дилан. Приветик. Пустите его.
Почему ты предал меня? Это не твой ключ, ты не можешь. Где он? Становится туманно. Нет, ты просто умираешь. Еще до падения мой дед разводил лошадей. Красивых, редких пород. Я их очень любил. Однажды его самый любимый жеребец поскользнулся и сломал ногу. Я думал, дедушка ему поможет. Но дед просто вытащил пистолет и вложил мне в руку. Он мне сказал, это для его же блага. И нажал моим пальцем на курок. Я плакал. Я желал смерти своему деду. Но прошли годы, и я понял. Нужно делать то, что должно. Ты не оставил мне выбора, друг мой. Здесь кто-то есть. Вентилятор! Взять его! Акс. Здесь уже еще и побег. Так, надо будет ему бежать куда-то. Давай, 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 плыть, 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 плыть. Так, ну получается, ему надо плыть, я так понял, в эту сторону, потому что туда нет смысла ему. Там погибнет, драться, как бы ему тоже нет смысла, он там, видимо, еще не совсем. И совсем еще научился, так сказать, так, ладно. Что-то я здесь заэтовался, не пойму. То ли сюда ему плыть, а наоборот плыть, то ли обратно, ничего не понял. Ну, тем не менее, он же все-таки выжил, так? По сюжету, это же сюжетная ветка. А, вот, точно выплыл. Так, раз он выплыл, значит, молодечек, молодечек. Так, дальше я хотел его полечить, но мачете достал. Так, его не получилось полечить. Это. Куда он все эти свои... Пойди, он дубину нашел 18 уровня. Расходники подевал. Ну ладно, сейчас я выйду с этого. Блин, о, еще один. Это скорее всего этот там. Как он там называется, я не знаю. Красно какой-то там. Он, скорее всего, не то что на звук, он на запах, наверное, идет. Это же. Давай, давай, блин. Не теряйся. Это же он чувствует там у него нюх. Нюхает. Давай. Схватили все-таки, да? Что происходит? А
Что происходит? Мне все время хочется сказать, что он какой-то аргументированный. Это вот как в этом... Ух ты, рычание такое. Это как в этом, как называется, сейчас я настройки проверю. В игре, вот, которая... аргументы надо же как-то пройти. Вот это. А он тоже какой-то модифицированный, этот пацанчик. Путь пилигрима, двигаемся дальше. Следующая картинка. Так, значит, ну, получается, он зашел в новую, Париж, там или что было. Встретил своего безумного друга, и все. Друг его спас. Она, как говорится, настоящий друг оказался вдруг. Так, выбрался. Так, слышу чьи-то шумы, голоса. Кто же там? О, друзья, наконец-то он... А, люди. Не люди. Люди. Он без биомаркера. Что? Сука, за что? Не мрак. Мне кажется, он должен выжить, он же там особенный как. Оставьте его в покое. Обалдеть. Он просто чихает. Чужак. Его нужно убить. Он со мной. Ясно? Я же велел тебе никуда не ходить без меня. Ты что, забыл? Ты кто такой? Они тебя прикончат. Тише, не сейчас. Свои, видимо. Это все потому, что его покусали, я так понял. Ну, он, скорее всего, не может мутировать, наверное, да? Не должен. Хотя, может, он мутирует в каком-то этом ракурсе своем, там, как у него. Учитывая его генетику. Он шевелится. Хакон? Убей его, пока я его не убила. О, расслабься, дыши. Его нельзя убивать. Он ценный, он как этот... Как похоже, он называет? Превратился. Полуволк, полувампир. Похоже? Хакон, я не хочу, чтобы это было здесь. Ты снова с нами. Моргни, если слышишь. Давай. Голова... Ты чуть не превратился, но ультрафиолеты ингибиторы помогли. Ну, и бита тоже. Ну, конечно. Ты жив. Таким и оставайся. Этот парень чуть нас всех не убил, а ты с ним болтаешь? Девочки, спокойно. Они напуганы. Ты чуть не разнес их мастерскую. Нам пора. Можешь идти? Но я не понимаю... Куда мы идем? В безопасное место. Мне нужно в рыбий глаз. В рыбий глаз?
Без биомаркера туда не попасть. Что это за фигня? Биомаркер следит за развитием болезни в темноте. Это твой билет в город. Без него выйти на свет — это вроде лотереи. Ты не знаешь, когда превратишься. Тебе нужен биомаркер, а я знаю, где его найти. Пойдем. Смотрите, превращается. Спокойно, все под контролем. Все будет в порядке. Ты еще слаб, подожди. Пей. Правда? А что дальше? Может, ванной его искупать? Он, скорее всего, обращается. Неплохо, дамы, но... А не превращается. Пошел ты, он как этот становится, как его? Ликаном будет, наверное. Почему ты помогаешь? Познакомимся получше и узнаем. Сначала ты. Да. Откуда это у тебя? Такси. Там что-то у него... А, не твое дело. Покусанное он или это что? Ты осторожный. Молодец, дольше проживешь. Ты настоящий пилигрим? Или украл этот значок? А, вон в чем дело. Ну я... да. Я был пилигримом. Час до заката. Я не шучу, Хакон. Он не останется здесь на ночь. Девчата испугались. Вот, твое оружие и рация. Даже пилигриму это нужно. Давай, пойдем. Скорее всего, от девчат будет это отбиваться, я так понял. Дубинку ему дали, видимо, для этого. В основном. Такс. Так, стать сильнее, получается, эта часть у нас главы. И ничего получается с этим и не поделать, то есть он должен быть еще и... Ему еще нужно каким-то образом и выжить. Так, ну, в общем, что, пойдем, девчата, ну-ка, как бы. А тут мило. Пообщаемся с вами. Будь как дома. Нам не нужен еще один жилец, особенно такой, который может ограбить нас во сне. Жесткие. Не все пилигримы преступники. Испугались, mm-hmm. Ну, понятно. У вас здесь отличная мастерская. Собираете у Фэшки, верно? Ага. Тебе здесь не место. Не место тебе здесь. Как он подставляет наши задницы. Угу. Ну да что ты бывает. Ты не видишь, где дверь? Тебе показать? Так, а это вот белобрысая. Прости, я тебя напугал, да? Стало полегче, как я тебя ударила. Мы квиты. Я Яна. Эйден. Это нейтральная девчонка. Она... Наш дом. Наша мастерская. Можно сказать, весь наш мир. Ты приветливее, чем она. Ну да, общительная. Полегче. Сара не доверяет никому, кроме меня. Угу. А еще я дерусь лучше нее, поэтому могу позволить себе быть более открытой. Понятно, опасные вы. Я могла бы предложить тебе чай, но не буду. Ты понимаешь, куда я клоню? Или мне повторить? Да понятно все, что непонятно. Ну ладно. Сейчас я смотрю, что у вас можно взять, что у вас есть. Что это такое? Ладно. Пойду дальше. Пока не покусали. А то мало ли что бывает. Возьмут еще и покусают. Так. Хотя они тоже, наверное, были покусаны или уже покусаны. Так, здесь что у него? Верстак, наверное, или там печка. Кроватка, нормально. Условия вообще. Ладно. Адиус. Девушки. Оп. Оп. Ну что, красивая картинка, да? Неплохо. Где рыбий глаз? Закусочная там, в центре.
за свалкой химотходов. А, мне нужно туда. Жаль, единственная дорога туда через туннель. Они охраняют ее как портал в ебучую Вальгаллу. Пройти почти невозможно. В этом я профи. Где туннель? Не так быстро, ковбой. Без биомаркера далеко не уйдешь. Ты угроза для всех. А ты уже видел, как жители Велидора реагируют на угрозы. Ты можешь мне помочь? Похоже, ты хорошо знаешь город. Я жил в этом городе еще до всего этого пиздеца. Я могу помочь. Но тебе нужен биомаркер. Без него тебе крышка. Откуда ты? Похоже, издалека. 2000 километров отсюда. Ничего себе! Как тебе удалось не заразиться? Легко. Не давал им себя укусить. Здесь все по-другому. Тут все зараженные. Слышал о Харане? Велидор тоже изолировали. Они построили стены, заперли нас внутри. Оказалось, это нас и спасло. А как ты достанешь биомаркер? Просто так их не достать. Если не знать нужных людей. А я их знаю. Пойдем. Да, кстати, я Хакон. Эйден. Приятно познакомиться, Эйден. Добро пожаловать в рай. Сюда! А ты хорошо двигаешься. Я был в армии. Спецназ? 7 лет. Мне даже нравилось. Потом перестало. За неподчинение меня занесли в черный список и закрыли мой счет. И я стал таксистом. Ой, как низко ты пал. Пошел ты. Зато я хорошо знаю город. Давай. Ты слишком слаб. Конечно, он же был укушенным или как-то. Все, что попалось мне на глаза. Так бывает первый раз. Но потом уже лучше, если, конечно, выживешь. Лови! Хочешь сказать, я мог умереть? Если бы я не дал его тебе, ты бы и умер. Итак, почему ты мне помогаешь? Я знаю, что обычные люди боятся вас, но один пилигрим спас мне жизнь. Я был пилигримом, теперь я заражен. Путешествовать будет сложнее. Тогда добро пожаловать в новую жизнь, друг. Осмотри это место. Почти сундуки с сокровищами. Там бывают хорошие вещи. Проверь, я подожду. Да, интересная роща на крышах. Пойдем. В таких местах люди многое прячут. Если не успевают донести до убежища засветло. Что это? Кристаллы. Наверное, кто-то их здесь спрятал. Они образовались после того, как нас залили химикатами. Говорят, они замедляют заражение. Кто-то верит. Так ты их не собираешь? Конечно, собираю. Суеверные люди платят за них хорошие деньги. А я всегда рад заработать. Меня интересует один особый ящик. Пойдем, покажу тебе.
Подсобирал, но я смотрю еще себе здесь этих всяких. Так, в прыжке. Скорее всего, будет летать. Наверное, он там вообще представляет. Хотя он таким и был, но нужна ему, конечно, скорость. Аки птица, хресь. Няга. Давай. Покажи, хотел сказать, мастер-класс. Ультра, прыжки. Это пика. Пика нужна. О, сейчас кому-нибудь запулим. Хотя, наверное... Они здесь все так, как я смотрю, покусанные, не только, да? Где-то пацанчик там. Я, наверное, сделал вот так. Ну, не важно. Главное, что я пришел к нему. Там пика была. Значит, у вас армия есть? Это миротворцы. Они с людьми так же. Штопанная одежда у него, смотрю, чтоб не жить, да? Осторожнее с ними. Но все равно он здесь. Туннель, который тебе нужен. Давай, послушаем тебя. Они считают себя защитниками порядка. Рассказ. Они неплохо убивают зараженных, нужно это признать. Весьма эффективные убийцы. Ага, но их порядок имеет свою цену. Не забывай, или ты играешь по их правилам, или тебе конец. Их защита базара больше тянет на оккупацию. По пути сюда я встречал крутых парней, которые говорили о новом порядке. Но, кажется, я уже слышал о таком дерьме. Да, здесь то же самое. И миротворцы становятся все хуже. Так, я с ними буду осторожен. Я буду очень осторожен. Хорошо. Хотя это как повезет. Миротворцы — это проблема. Они уже достали жителей базара. А базар — это бочка с порохом, которому хватит и искры. Эй, так мы идем? Ты хотел мне что-то показать? Да, за мной. Мне кажется, у него даже особо и выхода нет. Какой смысл? Если так посмотреть на него, один он совершенно не выживет. Потом как бы его там покусал какой-то зверь или что там такое, тоже этот вот адекватный друг его подобрал, поэтому что, почему. Почему бы и нет? Как бы его прокачать, и он будет. Он же сказал, ты слабый еще, поэтому. Так, что он там мне пишет? Нажмите фонарь, что ли? Почти пришли. Надеюсь, все обойдется без сюрпризов. Подсказки оставились, но для начала, потом можно их подсказки ликвидировать. Пошли. Вот-вот проснуться. Быстрее, открывай ящик. О, а кто проснется? А кто там? Кто? Так, ладно. За это мы получим биомаркер. А, вот в чем дело. Он все-таки такой помогает ему, я смотрю. Молодец. Постой. Так, это что там нашел? Нет, оставь. Сломаешь замок и только все испортишь. Тут хватит на биомаркер. Микросхемы.
Стащил микросхему. Я тут почти везде побывал, но давным-давно не видел работающего оборудования ВГМ. ВГМ нашел. Я мало что могу рассказать, но его мне дал Дилан, бывший ученый из ВГМ. Его убил человек по имени Вальц. Перед они получается. Он дал мне ключ, чтобы он не попал к Вальцу. Не получ... должны быть важные сведения. Они... Надеюсь больше узнать о нем в рыбьем глазе. Посмотрим, ладно? Балдеть. Получается, они связаны здесь. Пошли. Опоздали. План Б. Бежим. Хотел сказать, вызывайте армию. Эйден, ты здесь? Все в порядке, в порядке. Нам нужен ультрафиолет. На базар. У нас получится. Со мной, быстро. Да. Так, здесь у нас, что значит, он пишет? Свет ему нужен. Это единственная гарантированная защита, поэтому ищите его, если вас преследует. Получается, удерживайте там туда-сюда. И бежите нас, бегите, или как там, мчиться, он там был. Хакон, давай, открывай же! Хакон, Крикун близко. Твою мать. Биомаркеры. Нет времени, за нами гонится Крикун. Биомаркеры. Ты оглох, за нами... Я сказал биомаркеры. Вот. А его? Он со мной. Пусть покажет биомаркер. Сначала хотя бы впусти пусть нас. Пусть покажет свой биомаркер. Как насчет электроники? Уёбок. Открывай! Ах ты кусок! Он зовет своих друзей! Нужно добраться до Киллиана! Нет времени! Бежим! Быстрее! Нас почти догнали! Не оглядывайся! Беги! Быстрее! Их все больше и больше, Эйден! Уже близко! Там безопасно! Я чуть не понял, вариантов у него нет. Получается, да? Сдох. Или так задумано было? Не понял я. Ты
А здесь что надо делать? Они... Она дома? Такс. Мне не нравится, что надо сильно кричать. Сейчас я звук им, что ли, убавлю. Так, очень громко. Звук прорезался. Ну, на стриме такой был. Здесь звук по-другому. Как получше, да, заработал сейчас себе, раз сюда убавлю, наверное, туда добавлю. Так, я не понял, что он должен делать? Драться с ними или что? Или что ему остаёт, ничего не пойму. Но надо было мне подойти к свету. Я подошел. К свету я подошел, а что дальше надо, я не врублюсь. Так, нахрен эти крики. Ну, дальше что остается? Он должен что? Он должен как бы это друг или что, надо драться или что, я не понимаю. Даже если я подойду к этому свету, а что потом? Не понял, или какой-то баг происходит, почему совсем это, не понял я. Давай перезапустим, потому что я не понял, почему, что произошло, или друг этот вот забаговал, баг у него там начался или что. Ну мы
То, что я умер, это нормально. Мне нужно теперь посмотреть, что там и дальше. Так, я бегу. Опять. Настройки, не пойму, что происходит. Так, этот вот стоит, орёт. Нет, сдохнет он у меня, я его не вытащу отсюда, он здесь сейчас останется. Так, а как я перезыв... Надо перезайти, пусть сюжет дотащит мне. Так, пойдем. Следующая часть. Сейчас посмотрим, что там как. Его надо сейчас, наверное, довести до того, чтобы он мог как бы добраться до чего-то, я так понимаю. Так, я, значит, сюда захожу. Так, дальше. Пойдем. Сейчас будет как бы сюжет. После того, что как начинается этот сюжет, будет. Так, пойдем. Смотрите. Так, он добрался до Парижа или куда он там добрался, до какой-то зоны. Дальше я ни хрена не понял, почему он там, почему он сдох, что он должен делать. Или драться, или что, или не, или надо ему драться, или он должен драться, или что, или он должен бежать там куда-то. Или... Так, опять мне сейчас забрасывает. Блин, да заколебали вы меня. Да что происходит? Опять у меня упал. Что за блядь? Ни хрена я не пойму. Я так понимаю, нужно забраться вот на этот вот фонарь. Вон там, он туда его затянуть. Почему? Вас тут не хватает. Тут я вообще ничего не врублюсь.
Иди нафиг. Так, он должен залезть. Залази на эту хреновую трубу. Так, вот он забрался. А, вот, все, наконец-то. И вот этот друг. Наконец-то баг прошел. А как он должен отвлечь? Вот. Теперь понятно. Она за баг какой-то просто произошел. Так, а как использовать лекарство? Не врубился. Я еще даже до этого не добрался. Короче, он должен подраться. Я сейчас это понятно. Отлично. Так, лекарство. Наконец-то. Сейчас надо посмотреть, как ему. Отличное добивание даже сделали мы сюда. Круто. Фонарь сам включил. Ну, теперь правильно, я теперь понимаю. А так, какой смысл? Они сейчас их сожрут там, елки. О. Охренеть. Что это было такое? Кто-то там. Нормально, короче, я так понял, друг. А. Нормально. Ингибиторы. Ему нужен биомаркер. У меня нет. Врёшь. Правда. Сукин сын. Значит, госпиталь. Надеялся этого избежать. Всегда ищешь путь полегче, да? Мне нужна лишь УПшка. Я сейчас. Подожди. Почему ты ему помогаешь? Помнишь, как мы помогали людям? Я?
Нормально. Ну что, пойдем? Хотел сказать, побежали. Пошли. Так, раз он не обратился, значит, он еще остался жив. Так. Раз он остался жив, значит, игра продолжается. Так. Ох, засов, елки. Ночная вылазка. Это он сейчас пойдет здесь в эту дурость. А, ну давай смотреть. Так. Ночью город наполнен зараженными. Отлично. Так, дальше. Избегайте прыгунов любой ценой. Если они вас видели, поднимут. Так, время погони. Или прячьте в лучах UF-света. Это я понял. Я только не понял, как мне надо найти талбетку и его вылечить, потому как он жить совсем не собирается. Так. Физика паркура, это я не знаю. Это помощная, я оставлю. Физика помощная, наверное, я оставлю, потому что еще прыгать он не научился. Заставки пропускать, отключить. Их можно даже убрать. А выносливость у него обычная. Так, снижение тряски. Паркур пока так, ладно. Со звуком, пусть так как есть. Режим стриминга я включил, что там дает, не знаю, наверное. Регулирует саму, скорее всего, звонкость, громкость. Так, доступно снижение укачивания. Там мне стоит, как его кормить, в смысле, тут мне лекарствами, таблетками или чем там, травой. Уже травы себе там. Разрешение нормально также стоит. И на видео включил. Качество. Резкости можно докрутить. Гаммы добавить. Размытые движения. Особо, наверное, не надо. Это хорошо. Теперь надо посмотреть, что... Так, спокойно, не падать. Так, а где находится у меня этот? Параплан даже у него там будет сзади. Маркеры чумы. Нормально.
сделать. Ладно, пойдем. Забавный, конечно, мир, а что не жить? Если так, конечно, знать, что делать, можно нормально жить. Нормально. Ну, это я как бы и как-то даже и не ожидал. Хотел сказать, через трубу можно, он на метле залететь на метле. Метлы нет у него. Я не понял, какой пролом. А меня сейчас здесь сожрут. Блин. Включай фонарь. Какой пролом? Хотя бы... Блин, хотя бы это... Пойму. Там что-то с них что собирает, кровь что ли пьет. Бурдалак. Да иди ты отдохни. Сейчас это вообще не до тебя. Я какой-то пролом не могу найти. Блин. Там главное, чтобы еще не было какого-то крикуна или кого там. А, вот этот пролом. Ну, это было хотя бы какой-то, я не знаю, знак там поставить. Нормально. Так, пошли. Наконец-то. Вот другой. Так, а здесь что? Как понял, это надо, это наше недалекое будущее. Он падает вниз, охренеть.
матрас на этот. Опа. Очухал. Я смотрю, что можно всякую всячину собирать. Так. Все же боятся. Что ж ты хотел? Они не могут здесь, опасно. Поэтому такая история здесь происходит. Они прячутся кто куда может. Поэтому... Нормально придумали. Можно сделать отмычки. Да, чтобы не было... Реально? Да. Злом я... только подумал. Я думал, здесь не надо ничего делать, а здесь... Молодец. Подумал, он будет там крутить, а он сразу зашел. Собираю, все пригодится. То ли отмычку, то ли еще что-то. Так вот забросить тебе куда-нибудь. И деваться тебе не придется так быстро. Так. Тетенька прыгает, я смотрю. Так. Что это такое? Так, а куда он сбежал? А здесь. Чего здесь не нужно брать? Так, оно... Да нет. В дверь зашел, наверное, или куда он делся? Хотя он в двери не ходит, прыгает, наверное, сюда. Это что такое было? Он свет. Ой, я в грибы даже. Вода. Он
пойдем. Кричит он уже, этот там крикун. Пицца. И это, или он ослаб, действительно, нужно стоять ждать, или что-то не туда. Просто, мне кажется, он просто, если не сможет, то они его сейчас эти... Они его сожрут эти... Так, и раз. Так, сюда я залез. Ага. Теперь надо, видимо, сюда и туда. Выше на уровень. И раз. Конечно, конечно, интересно так если играть, то нормально, если знать. Что ты хочешь? Почему нужно сейчас выводить? Давай, заходи. Посмотрел, там ничего такого нету, ничего не нашел. Конечно, могу. Сейчас должны зайти, и следующая часть, наверное, скорее всего, будет. Ну да, надо тихо. Фоне звуков таких, это кто там, дети там или что такое происходит. Это ли у него какие-то воспоминания, наверное, да? Скорее всего, что-то он хочет вспомнить, но не может, да, или может, но не хочет. Непонятно. А, это он все-таки. Но он там был в какой-то больнице, я так понял. И вот там вот девушку. Он, видимо, ищет девушку. Вот эту девочку. Она сейчас девушка, скорее всего. И так. Они были вместе. Она, видимо, тоже такая же будет. Биоробот какой-нибудь там. Он правильно пришел, он пришел туда, куда нужно ему. Да, точно. Поговори со мной. Так, все, у меня... Давай мы сейчас... Пошли. Спасибо. Обязан это сделать. Мы наш... Так. Найдем обязательно твою сестру. Я смотрю, друг очень быстрый. Так, если начать что-то искать, да?
За ними не угнаться, а потом что-то нужно будет достать. Обязательно надо, чтобы было. Нет, надо собирать, чтобы потом после всего. Куда он делся? А, он спустился, пошел вниз, я так понял. А вот этот вот крикун, они что с ним будут делать? Сейчас, наверное, они не смогут убить Ас. Может, затем они могут, ну, дальше по игре они смогут их убивать, но пока видимо, только остается ползать вот так. Капец. Свет не на свет, только на шум реагирует, наверное, на свет совсем. Что это? Химикаты. Мерзкая штука. Когда вирус вышел из-под контроля, ВГМ начала поливать город этим дерьмом. Круто помогло, да? Попытались помочь.
Да, скорее всего, он будет там сейчас ползти. Я так понял. Бедняга, опять ему не скучно здесь. Хотя там какие-то бутылки я поднимал, может, это есть они. Ну тут же задание, да, тут же вот. Кровосос прям реально какой-то этот. Да. Так, что дальше? Он умчался, да? Пошли, 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 пошли. Так. Главное, тихо. Детали всякие поднял. Ну, они тоже нужны. Пригодятся. Пригодятся. Так, пойдем. Я еще подумал, здесь нужно собрать точно. Вот эти спят. Только шел здесь. Ну как бы этот. Охренеть. А с этим что сделать? Капец. Я так понял, все ему. Я так понял, ему здесь будет сейчас кирдык. Я так понял, его этот адреналин у него шарашнул, что продолжим следующим разом. На этом пока что остановимся, на этом прохождении. You